Ну что, я сейчас иду за своим первым заработком в YouTube. Буду забирать его с приватбанка. Что, вот они. Те деньги, которые я получил за, можно сказать, 3 месяца съемок видео. И, между прочим, несколько килограмм потерянных нервов, потому что очень много больных людей, которые пишут очень, ну, неприятные комментарии. Воспаленных людей, к сожалению. Ну, война, естественно, понятно, но иногда, честно говоря, непонятно. Вот буквально, да, 3 месяца, а 2,5, и вот такая сумма мне пришла. Я обещал сыну своему половину от первой сотни долларов за наш проект вместе с ним. И сейчас я куплю, наверное, конверт, положу туда $50 и вручу ему. А вторая часть денег будет потрачена, увидите, на что. Я уверен, что у многих зрителей такой застыл немой вопрос, когда они увидели вот эти вот баллоны у меня на мопеде. Я их не собираю, я их не сдаю. Дело в том, что у нас в Одессе есть такая история, как бювет. Этот бювет открыли еще много-много лет назад. Он не один, эти бюветы находятся по всему городу, и люди набирают здесь чистую воду. Так что в Одессе у нас есть бесплатная чистая вода питьевая. Я набрал в баллоны воды, ну и буквально в двух словах расскажу вам про то, как мы с сыном решили открыть канал. Вот, и про нюансы YouTube. Я думаю, всем это интересно. Все думают, что очень можно много денег зарабатывать в YouTube. На самом деле это не совсем так. А может быть, даже совсем не так. Для меня это был эксперимент. Я решил заинтересовать своего сына английским языком, а так как он был совсем маленький, ему хотелось, и тогда была на подъеме тема YouTube, ему хотелось вот создать канал. И я решил это дело объединить, то есть я решил создать канал YouTube и записывать видео, чтобы ему было интересно, чтобы он, естественно, лучше учил темы, чтобы он их запоминал лучше, чтобы потом пересматривал видео с этими темами. Все это было сделано для него. Я, конечно же, понимал, что особо оно там не выстрелит. Тем более, ну и качество роликов были такие себе. Но зато это было прикольно. Очень прикольно. И самое прикольное было, это когда мой сын подошел ко мне на второй день, после того, как мы записали видео первое. Без микрофона вообще, без ничего. Подошел и спросил меня, так немножко стесняясь: папа, ну а что насчет денег, как мы их будем делить? Я засмеялся, у нас на том видео было, я не знаю, там сколько, 50 просмотров. Дети же не понимают, что там есть какие-то свои правила монетизации, т.д. и т.п. Они видят блогеров, которые вот там уже профессиональные, можно сказать, у которых очень много подписчиков, просмотров, как они бесятся с жиру. Вот. Ребенку не объяснишь еще и того, что очень многие блогеры, они проплачены, их спонсируют специально, чтобы выдать их еще, ну, за более богатых людей, чтобы еще больше людей на них подписывалось, что это целые проекты. Вот. Но я засмеялся и сказал, как только будет первый у нас доход, половину этого дохода я отдаю тебе. Так как в YouTube первый доход исчисляется сотней долларов, то есть это первая сумма, которую ты можешь снять со своего счета, я и решил, ну, обещал, что отдам вот как раз половину. Но это было много лет назад, и подписчиков было совсем немного, а для того, чтобы монетизация включилась, вам нужно иметь там какое-то количество подписчиков, по-моему, 4000 или что-то вроде того, не скажу вам точно, потом по просмотрам, или 1000 надо иметь подписчиков, а
просмотров должно быть 4000 часов. Не помню, там есть, вот можете заглянуть в правила, но там такие достаточно жесткие условия. Если вы не вписываетесь в них, то, естественно, никакой монетизации у вас не включится. То есть вам нужно набрать определенное количество подписчиков, определенное количество часов, то есть ваш контент должен быть интересен. А потом вам дают предложение, делают YouTube предложение, включать монетизацию или нет. Вы, допустим, да, включаете ее, соглашаетесь. Ну и как только вы включаете монетизацию, там ничего вам за видео, которое вы уже сняли, ничего вам не придет. То есть если вы думаете, что у вас очень много всяких просмотров, и вам обязательно за эти старые просмотры что-то прилетит, ничего подобного. Как только вот вы включаете монетизацию, вам нужно на всех роликах включить монетизацию, и только тогда, когда на них будет появляться какая-то реклама, видимо, вам начнут капать деньги. Но это не деньги, это копейки. То есть там за 20 тысяч просмотров там порядка, может быть, $2 падает. Это очень мало денег. Ну, я на самом деле вообще даже не переживаю по этому поводу. Мне нравится сам процесс, мне нравится, что людям интересно смотреть, что происходит в Одессе. Мне хочется, чтобы люди знали, что происходит. Да и я уже говорил, что это для меня как некоторые хроники, да, моего любимого города. Интересно будет посмотреть на это через лет 10. Вот. Ну вот, когда у вас включена монетизация, начинает постепенно прибывать какая-то денежка, но так она неуверенно прибывает, и вам нужно заработать $100, чтобы их можно было вывести. Вот. То есть, а это очень сложно, если там за 20 тысяч просмотров там где-то $2 или полтора падает, да, вам, то представьте, сколько нужно просмотров для того, чтобы у вас скопилось $100. Но и это еще не конец. Там еще есть история с тем, что вы можете эти деньги снять только в определенные даты. То есть они с вашего кабинета в YouTube приходят на ваш счет AdSense, который вы оформляете. А оттуда, если скопится $100, они переходят, ну, присылаются вам на карту, но тоже в определенные дни. Но это прям сумасшедший дом, и, честно, овчинка выделки особо и не стоит. Но для меня это был эксперимент, это было очень интересно, и видите, он там чем-то худо-добро да закончился. Да, денег немного, но в качестве прикола, конечно же, я сыну вот отдам обещанные деньги, он об этом, ну, знает частично, не знаю, что я сегодня ему их отдам. А дело в том, что у меня еще и завтра день рождения, и видите, как YouTube буквально сделал мне подарок на день рождения. Я думаю, сыну будет приятно. Вот так вот в двух словах, видите, я рассказал вам про кухню YouTube, про то, как это все работает, да и про свой канал. Канал, как вы видите, он вообще посвящен английскому языку. Но в какой-то момент я решил делиться своими мыслями и видео про город. Ну и не буду тоже кривить душой, и эта тема стала актуальна в связи с событиями, о которых вы знаете, да, и поэтому, почему бы нет, да. Вот имеем то, что имеем на сегодняшний день. Сегодня у меня появилось уже 12 тысяч подписчиков на канале. Спасибо вам за то, что вы появляетесь, за то, что вы смотрите, за то, что вы пишете адекватные комментарии, а не пишете пургу. За то, что на моем канале есть люди, которые не экстремисты. Я имею в виду экстремизм в плане каких-то таких, скажем, радикальных взглядов. Пока все. До свидания. До новых встреч. Всего вам хорошего. Не скучайте. Подписывайтесь, оставайтесь с нами. Кот тоже хочет получить свою долю, потому что изначально все это называлось Юра Тимон и Кот Фараон. Да, Фарик? И Кот Фараон будет изучать английский язык вместе с нами. В английском предложении обязательно должно быть подлежащее и сказуемое. Тимон, это тебе. Что это?
Ну, посмотри. Первый стартап. Там... Нормально, 50 там, баксов. Ну, пусть будет. Хорош.